вратарь сборной УФО. Скажи, как тебе игра? Игра очень интересная была. Команда из Москвы хорошо играет, контролирует игру. В принципе, с первой до последней минуты была интрига, кто же выиграет в итоге. Никому не удалось замочить счет, поэтому ничья. Что ты чувствовал, когда ты столько раз спасал нашу сборную? Гордость, то, что благодаря мне, хотя бы немножко, мы не потеряли очки, смогли обновить. Как будем готовиться к следующему матчу? Настраиваться будем, выигрывать. Домашний тур, надо набирать максимальное количество очков.